Всем привет! Сегодня мы оседлаем дракона из квеста Build a Bot. Перед тем, как начать туториал, поставьте лайк прямо сейчас и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Это делать не трудно, но для этого нам понадобится хотя бы один помощник. Напишите в комментариях, смогли ли вы долететь до конца. У меня не получилось, к сожалению. Чтобы поймать дракона, нам нужно хотя бы два человека. Включаем квест, строим корабль для защиты от дракона. Потом включаем воду и делаем ресет. Если у вас два человека, то один не должен делать ресет. У нас было три, третий сидел в кубе. Теперь начинаем охоту на дракона. Нам необходимо заложить его блоками. После того, как вы его поймали, ставьте на него кресло. С первого раза я его упустил. Потом мы его поймали в воздухе. Плюсики нужно включить совпадающее вращение. После того, как сели в кресло, можно на нем кататься и проводить разные эксперименты. Если вас двое, можно покататься на гарпуне. Или можете попробовать поставить ракету, но она не помогает. Также мы попробовали поставить турбину. Надеюсь, этот ролик был интересным и полезным для вас. Пишите ваши комментарии. Всем пока!